Здравствуйте, меня зовут Федор Волков, и мы начинаем рубрику «Здравия желаю». Сегодняшняя тема – это позитивное мышление. Позитивное мышление. Работая в области здоровья уже 30 лет, я понял, что без позитивного мышления здоровья никогда не получить. Ведь в основном люди жалуются на что? Когда приходят на прием к специалисту, им говорят, ну так что ж вы хотели, ведь вам уже, ну так вам ведь столько лет. Поэтому давайте мы с вами договоримся так, сколько бы вам ни было лет, нам всего лишь. Это первое золотое правило, нам всего лишь. А дальше уже считайте, что 50% вашего здоровья у вас уже есть. Что бы ни было, какие бы там ни, вас не преследовали болячки, настрой должен быть хорошим. Завтра мне будет обязательно лучше. У каждого человека есть два «я». Один говорит «давай вставай», второй говорит «давай полежим». Так вот, второго этого паразита, который «давай полежим», убирайте. И тогда действительно ваш день будет начинаться всегда хорошо. Проснулись? Первое сделайте. Поблагодарите Господи Бога за то, что Он вам дал новый день. Вставайте и начинаем медленно, не спеша проводить гимнастические упражнения, о которых я еще буду говорить. Вторая подсказка от меня. Запоминайте, все, что произошло, это уже произошло. Мы ничего не изменим. То есть мы это воспринимаем, а дальше вступает в работу вот наше мышление. Поймите, ваш настрой – это 50% вашего здоровья. 50% вам дадут специалисты. Ну и в частности, наверное, я, Волков Федор, в рубрике «Здравия желаю».